Здравствуйте. Сегодня с вами Пробок Иван и я, Иван Балтиков. Как и обещал я в анонсе, мы приступаем к тестированию вот такого фирменного напитка от Сифона и Бороды. Ой, от Трифона и Сергея Шнурова. Называется Трифон Ленинград Бенд. Написана легенда, сварена специально для Сергея Шнурова. И его личный автограф. Бутылочка стеклянная, емкостью 0,5 литров. Пиво светлое. Трифон и Сергей Шнуров. Фильтрованное, но не пастеризованное. Так, выпущенная 6.04.2017, срок годности у нас до 1.01.2018. Ну, скорее всего, за счет фильтрации, все-таки за счет еще, может быть, чего-то. Состав пива. Вода питьевая, солод ячменный светлый, пивоваренный. Какой солод карамельный и хмель. Алкоголя 4,9. Пиво сварено в городе... Фиг его знает где. Так. А, Кировская область. Город Киров. Акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков Вятич. О, как сложно называется. АО Вятич в кавычках. Ну, в общем, вот такое пивко для фанатов, поклонников, любителей группы Ленинград. Не знаю, появилось у нас недавно в магазинах шаговой доступности. Уезжал, его не было, приехал, смотрю, стоит на прилавках. Пробка. Открывашка нужна, иначе не открыть, не отвинтить, не дернуть за колечко, ничего. Только стандартная открывашка. Больше ничего не получится, к сожалению. Ну ладно, открывашка у меня есть. Поехали. Оп, что-то шипит, что-то пыхтит. Все, попочка открывается. Так, смотрим. Кружечка от Министерства речного флота РСФСР. Наливаем. Ой, что-то я как-то пенку дал. Большую. Мы посмотрим, что у нас налилось и что получилось. Пена есть. Пиво вытащено было из холодильника. Непосредственно перед роликом, где пролежало несколько часов, охлаждаясь до температуры, при которой оно подается. Где-то температура 6-8 градусов. Ну, может, чуть пониже. Запах пива чувствуется. Но запах такой немножко, как сказать, обычного, такого светлого. Немножечко напоминает пиво действительно нефильтрованное. Разливное. Непастеризованное. Ну, у нас тут фильтрованное, правда. Хмелевая горечь чувствуется в пене. И в пиве тоже. Так, попробуем семечку бросить. Не знаю, не видно будет, наверное. Семечка не сухарик. Быстро не тонет. Лежит на пене. Пена довольно плотная, оставляет следы на стакане. То есть это значит, что не совсем уж такое фиговое пиво делают в городе Кирова. Странно, почему не в Ленинграде, не в Санкт-Петербурге, не в Петрограде, а именно в Кирове решили делать пиво для Сергея Шнурова. Ну, бизнес есть бизнес, ничего личного. Ну да,
немножечко такое горьковатое пиво. Напоминает действительно советские сорта, старые добрые, которые были в бутылках. Давайте дольем еще. А то пена стоит, пиво кончается, шапка не убирается. Цвет прикольный. Да. Чувствуется, что карамельный солод есть. Немножечко такой, действительно, цвет такого благородного янтаря. Пузырьки мелкие. Ну, семечка до сих пор не утонула. То есть пена довольно крепкая. Вот такой вот сортик. На мой взгляд, для бутылочного пива массового производства с относительно... Ой, прошу прощения, газы. И довольно неплохо сделано. В принципе, можно попробовать. Не знаю, всем ли придется по душе оттенок хмелевой горечи. Может, кому-то нужен помягче. Не знаю. На любителя. Не знаю, на мой вкус, в принципе, пиво для именно бутылочного довольно неплохое. По крайней мере, резкого отторжения не вызывает. В принципе, ну, я думаю, что можно брать. Не думаю, что уж Сергей Шнуров будет ставить свою фигню с росписью на совсем уж отвратительное пиво. Так что, если увидите, можете попробовать. Не знаю, придется по вкусу вам или нет. На этом завершаем сегодняшнюю передачу. С вами была рубрика «Проба пива». И я, Иван Балтиков, пойду допивать пиво. И доедать семечек стакан. Всего доброго. До новых встреч.